Ларгус и Приора двигались со стороны поселка Дербышки. На светофоре Приора стала разворачиваться в обратном направлении и оказалась на пути Ларгуса, водитель которого, как ни старался, все же задел другую машину, а секунды позже протаранил столб. Он зацепил Приору, зацепил столб, вырвало колесо и уже юзом его просто потащило через встречку. Вот, сюда, на обратную обочину, на другую. Вот, и там он уже на встречке зацепил Хонду. Удар со столбом вышел для Ларгуса наиболее ощутимо. Машина лишилась колеса, уже затем вылетела навстречу. Водитель Приор уверен, что он совершал разворот в рамках правил, и появление на своем пути другой машины в тот момент просто не ожидал. На красный выскочил, а я уже завершал маневр. Там, получается, сверху уже зеленый. Я с ними в одном потоке хотел завернуть. А он на красный выскочил. Впрочем, в этой ситуации не все так однозначно. Некоторые очевидцы полагают, что причиной аварии стал маневр Приоры, допустимость которого остается под сомнением. Ларгус проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора, вот, а Приора разворачивалась в неположенном месте. Если мы обратим внимание на дорожную разметку, здесь стрелка только прямо. Невольным участником аварии стала и Хонда. От удара с Ларгусом иномарка лишилась бампера. А вот сам Ларгус ремонту, вероятно, уже не подлежит. Наиболее точную оценку ситуации сотрудники ГАИ смогут дать в ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, которые имеются на данном перекрестке. Искандер Тулбаев, Александр Царегородцев, Эфир 24. Рэмбо. Первая кровь. Рэмбо 2. В субботу. На телеканале Эфир.